Друзья, я всех приветствую, меня зовут Евгений. Вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас страйкбольный автомат от компании GG RK74T 6 мм. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией GG. Боевым прототипом выступает наш автомат Калашникова. Данная модель относится к категории электропневматического страйкбольного оружия, источником энергии в котором выступает никель-металлогидридный аккумулятор, устанавливаемый в осях цевья. Также в данной модели предусмотрен гирбокс третьего поколения, система подкрутки шариков Pop-Up, а также Blowback. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а ложи изготавливают из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему автомату в районе 3,5 кг. Из штатных прицельных приспособлений все по классике, наблюдаем мушку и, конечно же, целик. Тип ствола будет гладкий, общая длина автомата 1020 мм, из которых 750 это длина ствола. На верхней части корпуса мы видим планку Viver 22 мм, куда можно установить, например, коллиматорный прицел. Та же планка присутствует на нижней части корпуса. Предохранитель расположен на правой части корпуса и выполнен в форме переключателя, и тут мы сразу видим, что огонь можно вести как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме. Из особенностей данной модели выделяю наличие телескопического, а также складного приклада и цевья с кеймот-отверстиями. Стреляет автомат пластиковыми шариками калибром 6 мм, а в магазин вмещается 115 штук. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 130 метров в секунду, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Говоря проще, для того, чтобы приобрести данную модель, не потребуются дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили про интернет-покупки, давай расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данная модель, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!